Друзья, всем доброе утро! Как же я люблю начинать свой день с приезда курьера. Никого так не рада видеть, как курьера по утрам. Пришла посылочка от моей любимой интернет-аптеки Озетто. И самое классное, что я всегда забываю, что я заказываю. Хоть она довольно быстро приходит, но, как правило, я до конца всегда не помню, что там. Помню какие-то витаминки, по-моему, крем для тела. Сейчас посмотрим, что там я назаказывала. Такая коробочка довольно тяжеленькая. Сейчас я ее открою. Такс. Ой, какой-то пробник мне положили. Что за бренд такой? Какой-то гиалуроновый крем. Крем с гиалуронкой. Для лица прекрасно. Пробники я люблю. С собой в поездке всегда беру. У меня как раз поназаканчивались все пробнички. Так, ну что ж. А, я поняла, почему она тяжелая. Я же заказала полоскалку. Полоскалку для полости рта. Oral Flux. Она там была на акции. Я у них брала для чувствительных десен один раз. Но в этот раз взяла просто оригинальную такую полоскалочку, поэтому и посылка тяжелая. Здесь пол-литра. Окей. И дальше там уже мелочи. Да, мой любимый крем для тела, я про него рассказывала. Вот этот вот именно от Eucerin. Очень классно для сухой кожи, склонной к каким-то аллергическим реакциям. Просто шикарный крем для тела. Тоже на скидке 40% сейчас. Поэтому я схватила. Это у нас коллаген. Взяла попробовать вот такой коллагенчик. У меня закончился мой любимый Сайхерб. И вот взяла вот это. Тоже это порошок. Буду разводить с водой. Здесь у нас витамин С и цинк еще в составе. Коллаген пью обязательно. И положила в посылку витамин А и Е. Там тоже на него скидка была и стоила там буквально евро, что-то такое, евро 20 одна пачечка. А витамин А и Е, он классный для кожи, поэтому периодически пропиваю курс. Ну и все, такая посылочка. Сейчас я все это разложу по полкам, начну уже пользоваться. Все переназаканчивалось, коллаген закончился, полоскалка. Все, буду всем пользоваться с удовольствием. Главное, что на этой Озетто всегда очень хорошие скидки. Просто отличные скидки. Сейчас я посмотрю, кстати, сколько я заплатила за все. Я за все заплатила 22 евро. 22 евро 80 центов. При этом у меня скидок было на 22 евро почти. То есть я сэкономила. Вместо 43,55 я заплатила всего лишь 22 евро. Представляете, какие там скидки? Здесь даже видно. Вот крем для тела 14,89. Я купила за 8,93. Ну и, в общем, все по скидкам. Так что рекомендую жителям Латвии. Озетто выгоднее, чем в аптеках. Шикарно. Так как погода сегодня была просто отвратительная, снегопад, даже видно на видео, какой-то мерзкий, такой мелкий снег, я не нашла ничего лучше, чем отправиться опять по магазинам, по секонд-хендам и не только. Поэтому сейчас мы с вами зайдем в секонд-хенд в районе Пурции и посмотрим, что здесь интересненького. Хотя, честно говоря, особо ничего я не нашла. Но, тем не менее, давайте покопаемся с вами. Может, и найдем какой-нибудь клад. Вот такой клатчик я нашла интересный. Посмотрите, какой он прекрасный, чудесный. Просто неописуемой красоты клатч, как мне кажется. Такая ретро-сумочка. Открывается так классно, все у него работало, все замочки. Стоило 4,60, ну, конечно, вот это вот бисер, все это украшение просто прекрасно. Украсит любой наряд, мне кажется, за такие деньги можно смело брать, оставлять на случай, когда пригодится. Я, конечно, не взяла, но, в принципе, можно было рассмотреть к покупке. И еще вот такая прелесть тоже, да, такой ретро-редикюльчик, или как это тоже, клатчик назвать. Просто прелестные, как в розах, атласные, сатиновые. Очень мне тоже понравился такой нежный. Стоил 5 евро 20 центов. Еще понравилась вот такая сумочка. В первую очередь, конечно, этот цвет фуксии просто шикарный. Она небольшая, но очень вместительная.
И у нее такой интересный, как ворс, вот этот розовый. Внутри она с отделениями, и написано, что это была кожа. Так что да, вот такая кожаная сумочка. Хотя у нее цепочка была вот очень тяжелая на любителя, но сама она такая яркая, классная, еще и кожаная. Стоила 4 евро, кстати, всего. Мне в последнее время очень нравится такой яркий желтый цвет, что-то в нем такое праздничное, жизнерадостное, летнее. Не хватает, видимо, красок вокруг. Мне понравилась вот эта сумка тоже. Такая форма у нее хорошая была, очень много карманов. Это английский бренд, насколько я знаю. Она небольшая, но компактная и довольно вместительная. На коротких ручках. Не помню, был ли у нее ремешок. Да, по-моему, был, кстати, вижу сейчас. Но цвет бомбический, очень понравился. И еще очень хороший вариант для любителей сумок кроссбоди, сумок через плечо. Это вот эта такая классная сумочка светлого цвета. Она не кожаная, но очень такая мягкая, приятная. Много карманов внутри, вместительная. И мне понравилось, что у нее вот этот ремень, да, тканевый. Не цепи там никакие, ничего, не ремешки, а именно тканевый ремень. Не помню, сколько она стоила, но было совсем недорого. И, по-моему, очень классный вариант на каждый день. Еще я немножко прошлась по кошелькам. Здесь бывают часто очень классные кошельки. Вот такой мне попался кожаный, супер яркий. Летний такой, ну, может быть, и осенний тоже, но яркий. И еще вот посмотрите, нашла какой-то Gucci вариант, как вы думаете? Наверное, это все-таки подделка или копия, не знаю. Такой очень затасканный кошелек Gucci. Но, тем не менее, вот он был, посмотрите, внутри, я в этом вообще не разбираюсь, может быть, вы сможете понять, копия это или нет. Написано, что Gucci made in Italy. Ну и, конечно, я прошлась еще по одежде. Надежда найти какие-нибудь интересные вещички. Ничего особенного не нашла, но покажу вам пару вариантов, которые мне приглянулись. Вот такая блузка полупрозрачная с цветами, да, такие маленькие, как черные ромашечки. Но мне понравилась именно вот эта ткань. У нее такая с пушистиком, с таким. Сейчас поближе покажу, довольно интересная. Хотя, конечно, это полиэстер, но чисто вот сама модель мне понравилась, довольно необычная. На весну, мне кажется, с голубыми джинсами можно было бы что-то придумать такое интересное. Я иногда люблю такие вещички с изюминкой. Необычные какие-то. И вот эта блузка понравилась. Такая очень она женственная какая-то. Не знаю, такая романтичная, светлая какая-то зефирка. У нее классный цвет шампанского. И она с такими блесточками ненавязчивыми. Такая какая-то легкая, прям, не знаю, ну как коктейльный вариант хороший, мне кажется. Ну, а эта вещичка уже для любителей чего-то более яркого. Вот такая классная рубашка-блузка. Она, конечно, прозрачная. Надо понять, как ее носить, чем ее носить. Но этот цвет просто шикарный. Посмотрите, прямо красивый цвет фуксии. Даже в жизни он намного красивее, чем на камере. Очень плотное такое кружево. Идеальное состояние у рубашки. Два кармана таких на груди. Летом и весной, мне кажется, ну и в пир, и в мир можно было бы в этой блузке что-то придумать. Еще посмотрела курточки. Вот эта зеленая мне понравилась. Понравилась, конечно, она своим цветом. Она такая в жизни, знаете, как трава зеленая. Очень такая свежая, яркая, насыщенный зеленый цвет. На кнопочках она была такой спортивный вариант, но с намеком на элегантность. Стоила она около 6 евро. Мне зеленый цвет очень нравится, поэтому мне она, наверное, приглянулась. Но действительно, это хороший вариант тоже на весну.
А вот эта жилетка у меня есть у самой. Я ее покупала в новой коллекции в Манго. Ну, как в новой, она, по-моему, была на сейле. Но, тем не менее, я покупала ее в магазине Манго. А тут я обнаружила в секонд-хенде такую же, всего лишь за евро 90. Да, очень хороший вариант. Я ее ношу для тепла зимой на какую-то водолазку или бетловку, как правильно сказать. Надеваю просто сверху. Хороший там воротник такой, она сама тепленькая. И вот эта куртка мне очень понравилась, тоже хочу вам показать, такой классный вариант. Это как ветровка больше, она тонкая довольно, но и водонепроницаемая, и что-то там на бирке написано, холод непроницаемый, ветра непроницаемый. В общем, очень классная вещь, например, на прогулку. Но тем не менее, посмотрите, какая у нее классная расцветка. Опять тот яркий желтый цвет, который мне сейчас так нравится, но... в сочетании вот с такой расцветкой, вот с цветами синими, да, очень как-то интересно и необычно, как мне показалось. Везде бренд Arctic Storm и на кнопках, и на пуговицах, и на бирке, у нее карманы. И по цене, что у нас там, 14,50 евро она стоила, но мне кажется, это прям того стоит. Такое качество, вот такая подкладка у нее шикарная. Идеальное состояние, просто новая куртка. Карманы интересные, как бы сверху карман и сбоку. Я ее примерила, очень мне было интересно посмотреть, как она смотрится. Она, конечно, супер яркая и очень-очень комфортная. Вот прям чувствуется на прогулке, и в ветер, и в дождь. Было бы в ней прям очень комфортно. Мы с вами приехали в торговый центр Домино. Походим по магазинам, но у меня есть еще другая цель. Так как сейчас масленица была на прошлой неделе и на этих выходных, я заслужила блинчики съесть, как вы думаете. Здесь, кстати, классный книжный магазин, и при нем же кафешка. Очень там уютно всегда. Так вот, пойдем с вами есть блинчики в Лидо. Но сначала посмотрим все-таки в магазинчиках, что нового. Кстати, забыла сказать, я сейчас встречаюсь здесь со своей мамой. Она в Домино тоже оказалась. Поэтому встречаемся, идем вместе на обед. Только надо ее найти где-то. О, вижу ее, уже в магазине смотрит что-то. Нашла. Ну, здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Что мы уже смотрим тут? Ничего найти не можем, светлую сумку. Сумку ищешь? Да. Ой, какие тут симпатичные всякие, да, вещички. Это что за магазин? Гарри Вебер, да? Это Ива Никола. Точно, Ива Никола, да. Угу. Ива Никола. Кстати, очень красивый магазин Ива Никола. Эстонский бренд. Никогда тут не была. Сейчас зашла, вот маму встретит. Просто шикарные вещи. Все очень качественное. Цвета неплохие, вроде бы она, да, и белому. Да. Это Рикер, да, вот эта фирма? Да. Угу. Но они качественные у них обычно, кожаные, да, все. Я смотрю. Рикер, сколько она, 60? Mm-hmm. Цвета мне нравятся зеленые. Да. Вот тут вот зеленая, тут здесь серебряная. Ну, цвета тоже ничего, да, ладно, мне сейчас пальто это угодится. Но мне вот единственное, эти тонкие ручки что-то нравятся. Mm-hmm. Хочется потолще, да? Ну, как-то не знаю, что-то у них простое такое. Ну, ясно. 60 евро стоит. Ну, цвета просто классные. У нее расцветка. Да, цвета, так можно как быть. И на лето, и на весну, угу, нормально. Да. И такой удобный, ну, вместительный. Тебе прям сегодня к твоему пальто и к светлым брюкам. Внутри такая хорошая. А, там подкладочка. Посмотрим. Ага, ну да. Накидал туда. Ну, ладно, пойдем еще легко посмотрим. Ну, вот так вот мне понравилось это. Угу. Ой, это же прям под сумку, да, тоже, да, зеленый, да, с бежевым. Ага. Это, кстати, ой, магазин. Смотри. Это какой магазин? Дания. Рикер, да. Дания, Дания, мы и не сказали. Посмотри, какой клей, как магазин склеили, Дания. Трещины, ну ужас. О, жесть, смотрите. Да вообще. Обалдеть, новая коллекция. Сколько такие как стоят? И, ну, и, по... и, а, нет, это не новая, по скидке, но очень маленькая скидка, 70 евро. С таким браком, ужас. Да, легкие, конечно, они мужские. Да, это же мужское. А, это мужское дело? Это, точно, да. Да? А, ну ладно. Смотри, какая форма такая. Mm-hmm. Такие кеды нам еще понравились от Рикер. Симпатично то, что с бежевым.
Легкий-легкий на весну, класс. Ну, скидки такие вот стоило 80, сейчас 70. Ну, 10 евро скидка. Да, эти легкие. Ничего же. Я все, что зеленое, я все одобряю. Да. Сколько? 80 евро. И не кожаная. Новая коллекция. Не кожаная, ну не, да. Ну тут где тут кожа? Ну это ткань. Бренд этот Bugatti, да. Или как он там. Да, Bugatti. Угу. Ну классные. Ну, на виску хорошо мне подходит, по-моему. Да. Да, такая подушка. Угу. Самые симпатичные. Да, и очень легкие они. Очень. Пойдем в Лидо есть блинчики. Да, мам? Масленица. Конечно, же. Кроме блинчиков еще что-то хочешь? Посмотрим. Я, наверное, только блины, кстати. Ну, хотя... просто побольше блинов, да. Просто. Салатик возьмем все-таки к блинчикам. Так, ну вроде да? Что-то... Да, свекольное. Нет, давай свекольное. Угу. Сушики у них тут есть. Ну, как-то в Лидо суши. Нет, пойдем блины возьмем. Масленица. Третий раз уже говорю. Повод нашла себе блинчики поесть. Такая скромная здесь секция с блинчиками, да? Очень скромная. Ну, это, по-моему, шпинат и что это? Да, давай возьмем точно со шпинатом. А мы, наверное, сами должны взять тарелку. Чисто. Наберем со шпинатом и сыром. Да, шпинат, сыр. О, да, о, да, о, да. Так, ну и себе тоже. Да, да, тоже они самые вкусные. Есть еще с мясом, сыр, ветчина, творог, бананы. С творогом, с бананом. С бананом был шикарный. Да, мне кажется, это вот это бананы, яблоко. Давай, да. Бананы, яблоко, отлично. Ну давай, или с творогом и поделим? Давай с мясом или нет, с... Давай, хорошо, все. Одинаково у нас будет шпинат, творог и яблоко, банан. Сейчас, а как тебе? Все, прекрасно, прекрасно. Так, мы тут подвисли над десертами, еще нас привлекло все-таки что-то сладенькое. Ну что, все красиво. Он большой, да. Ну, конечно, разделить, но мне кажется, он такой жирный, нет? Я, это из яичного ликера, да, вот этот посередине? Да, давай возьмем, он плацмай заделась к концу. Ну, давай. Грушевый пирог есть первый. Яблочная. Да, вот этот яблочный. Ну, давай яблочная, давай. Яблочно, да. И пойду кофе нам делать. Ну что? Ой, да, сколько мы заплатили, кстати, за все. 2 капучино, 4 блинчика, салат и ватрушка. 12 евро. Но со скидочкой. Там было 12,60. А, кстати, советую скачать приложение для жителей Латвии, Риги, Домина. Приложение торгового центра, и тогда будет скидка. На кассе пикают там. Получилось 70 центов скидка. Мелочь, но приятно. Что, приятного аппетита? Приятного аппетита. Ну что, буквально клик, и я уже в другом районе распрощалась с мамой. Мама осталась там еще сумку себе смотреть до меня. Я приехала в Эгенскалнс, потому что я хочу зайти в Киломакс, посмотреть, что там новенького. Я обычно делаю там отдельные ролики, но сегодня не буду делать отдельное видео. Сделаю в рамках этого влога. Зайду быстренько, просто посмотрю, если что-то интересного. Так что да, не будем тратить время. Мне еще сегодня вечером нужно встретиться с подружками.
Так как Киломакс это у нас секонд-хенд на вес, я сразу проверяю килограмм, сколько стоит в этот день. И у нас цена 25 евро. Давайте пройдемся с вами по магазинам. Я особо не хотела там задерживаться. Показываю сразу, что мне понравилось. Вот такое платье я нашла. Новое с биркой. Оно такое очень плотное. У него в составе махер, что мне понравилось. Оно как вязаное такое, прям зимнее, знаете. Вот можно с ботинками грубыми надеть. Или с сапогами грубыми. И прям такое теплое зимнее платьице, когда хочется зимой одеть что-то более женственное. Да? Не джинсы там какие-то, а именно платьице. Но оставаться в тепле. Темно-серый цвет очень приятный. Такой не мышиный, а такой прям темный, глубокий серый. Оно, правда, было какого-то маленького размера, мне показалось. Поэтому я не стала даже мерить. Немножко расклешенное к низу. И, видимо, здесь должен был быть у него пояс, которого сейчас уже не было. Но в целом вариант хороший, хороший состав и абсолютно новое платье с биркой. Из сумок вообще ничего не было интересного. Единственное, вот такая бежевая, она очень тяжелая сумка, прям очень тяжелая. Не знаю, сколько бы она стоила. Она такая небольшая, с золотой фурнитурой на любителя тоже, да, такое же желтое золото. Длинный ремешок, короткие ручки. А вот эта куртка мне очень понравилась. Я бы ее купила, но, к сожалению, это был 36 размер, а мне нужен 38. У меня есть очень похожая куртка из H&M. Я ее ношу просто и весной, и зимой, и летом каждый день. Шучу, конечно, но действительно моя любимая куртка, такой дутик. И вот это было очень похоже, только от бренда Линдекс и более серебряная. И я ее взвесила, сколько она у нас получилась, 25 евро килограмм, 18,50, да, стоила бы эта курточка, но она была практически новая и она такая удобная. Я ее померила просто, чтобы убедиться, что она мне действительно мала. Конечно, она мне была узковата, маловата, в общем, не мой размер. Но если бы она была чуть более оверсайз, размер от моего 38-го, я бы, конечно, ее взяла. У нее очень классный воротник высокий от ветра. И вообще, вот для тех, кто за рулем, вы должны меня понять, сесть в машину, это просто идеальный вариант. Накинуть такую курточку, прыгнуть в машину, просто супер. Еще мне понравился вот этот жакет от бренда Gap. Gap это всегда про качество. По крайней мере, я сталкивалась только с качественными вещами. А этот такой классический жакет в тонкую клеточку, серо-белый, да, такой тоже суперского качества. Там не помню, какой был состав. То ли хлопок, то ли район, вот этот, натуральная эта ткань. Но жакет очень классный и прям такой стильный. Но вот этот как раз он был для меня большеват. Так вообще хороший вариант. И еще мне приглянулась вот эта серая полупальтишка. Она не очень длинная, с такими петлями, да, как застежки. Мне вот приглянулся этот бренд сначала, Eastex, там написано, что он с 1950 какого-то года, то есть я поняла, что это какой-то качественный, по крайней мере, так выглядит бренд, который уже довольно давно существует, и действительно качество у этого пальто было отменное. Во-первых, оно абсолютно как новое, просто идеальное состояние. Во-вторых, по составу здесь 70% шерсть и 10% кашемир. Шикарный состав. Я померила, но, к сожалению, это тот случай, когда вещь меня совсем не украшала. Во-первых, она какой-то немножко то ли маленькая мне, то ли что, как-то, ну, совсем на меня не села, и этот цвет мне не подходит. Вообще, такая модель немножко ретро. Мне нравятся такие ретро вещи, но вот это я бы хотела, чтобы оно хоть как-то меня украсило, а не наоборот. Поэтому, к сожалению, к покупке я его даже не стала рассматривать. И еще из обуви мне понравились вот эти кроссовки. Они были не моего размера абсолютно, но просто хочу вам показать, что
как раз мы с мамой смотрели в этом видео в этот день обувь в новых магазинах в Домине, и там не кожаная обувь по 80 евро, да, как вы видели, а здесь абсолютно новые такие кеды-кроссовки, очень классные, стильные, и получается совсем недорого. Я их взвесила, и пара, по-моему, 21 евро получилась, да, 21 евро, так что вот так выгодно можно закупиться в секонде. Довольно быстро я управилась в Киломаксе, перебежала дорогу и, наверное, зайду сейчас в свой любимый маркет, агентсканский этот рынок. Уже снимать там не буду, потому что у меня есть видео, неинтересно каждый раз одно и то же показывать, мне так кажется. Поэтому быстро пробегусь, поеду уже домой переодеваться и поеду встречаться со своими подружками на ужин. На всякий случай попрощаюсь уже, если в этом видео больше не увидимся. Совсем скоро увидимся в моем новом ролике. А я пойду зайду, посмотрю, что там вкусненького, куплю домой какое-нибудь мясо и поеду дальше. Какой-то новый хумус. Спасибо. Все, спасибо большое. Самое правильное решение. Конечно.